Да-да, и медные трубы. Кому волшебные сказки не любы? Да только название этой сказки очень трудно понять без подсказки. Что за огонь и что за вода, это каждый поймет без труда. Вот к чему бы медные трубы? И что это за трубы? Водопроводные, самоварные или же пароходные? Я бы вам объяснила название, насколько позволит образование. Да тут и не нужно большого ума. Пусть лучше сказка расскажет сама.